Верно служить народу, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности главы Алтайского района. Именно так, уверены эксперты, территория и начала писать новую страницу своей истории. Среди почетных гостей, которые приехали поздравить Татьяну Раменскую, представители республиканских властей и коллеги из других районов Хакасии. Со словами напутствия к новому руководителю обратился глава региона. Я знаю, что сама Татьяна Николаевна расценивает поддержку избирателей на этих выборах и свою убедительную победу, прежде всего, как высокий кредит доверия земляков. Перед новым руководством Алтайского района стоит много серьезных и непростых задач. Им нужно работать над решением многих актуальных вопросов, которые сегодня волнуют жителей района. Благоустройство, ремонт дорог. Для этого у нового главы района есть все шансы, говорят специалисты. За плечами Татьяны Раменской богатый опыт. В разное время она трудилась в качестве замглавы Алтайского района, заместителя руководителя Миннацполитики. Возглавляла отдел воспитания и дополнительного образования Минобра Хакасии. Была полномочным представителем главы республики в ряде муниципальных образований. Несмотря на то, что она работала в самых разных должностях, она никогда не злоупотребляла властью. Она всегда была человеком очень ответственным. Она очень сильный, грамотный руководитель. Она очень уважительно относится к людям. И это, мне кажется, ее сильная сторона. Вместе с ней пришлось работать с ней. Человек целеустремленный, добивается всегда положительных результатов. И мы надеемся, что все у нас сложится очень хорошо. Она молодец, она справится с поставленной задачей и все-таки будет работать на благо Республики Хакасии, ну и на благо жителей Алтайского района. Сегодня перед главой Алтайского района стоит ряд первостепенных задач. В частности, необходимо продолжить строительство новой поликлиники в Белом Яре. Сделать все, чтобы подключить теплосети под Синего к Абаканской ТЭЦ. По словам самой Татьяны Раменской, добиться успехов можно только в тесном взаимодействии с властями республики. Андрей Пахабов, Оскар Артамонов, Александр Сердюк, РТС.